Интернет, с вами Илья, я в очередной раз показываю новиночки для наших зеленых девайсов. Сегодня мы посмотрим на игру Panda Hit Defender RPG, это очень красочный и сочный экшен для Android устройств. Вообще игра сочетает в себе элементы ТДшки, аркады, RPG и еще многое другое, поэтому получился такой сочный микс. Немного истории. Цветущий солнечный мир с бамбуковыми лесами подвещает неслыханную угрозу, однако древняя легенда предсказала эти события. В нем говорится, что будет черно-белый герой, который сможет остановить древнее зло. Как раз за этого персонажа мы будем играть и будем бороться с этой нечистой силой. Так, по ходу прохождения апгрейдим свои способности, покупаем новые виды оружия, закупаемся боеприпасами и сразу в бой. В дальнейшем количество противников достигнет такого уровня, что аж прям глаза разбегаются, при этом каждый из них атакует еще и по-своему. Здесь будет по-настоящему пожар, самый настоящий хардкор, так что думаю, любители крутых экшенов такое точно оценят. На самом деле игра более чем быстрая, особенно на поздних уровнях, я думаю, вы сейчас вот это наблюдаете. Лично я такое просто обожаю, поэтому с удовольствием оценил данный геймплей. Также меня здесь порадовали просто замечательные спецэффекты. Эффекты, огонь, взрывы, стрельба, здесь все на высоком уровне. В общем, динамика просто зашкаливает, что редкость для мобильных девайсов. Проект точно рекомендую попробовать, тем более, что игрушка доступна бесплатно. Ссылку я, конечно же, оставил в описании, так что обязательно заходите и скачивайте. Ну а с вами был, как всегда, Илья. Ставьте большие пальцы вверх, давайте наберем нужное количество, и тогда выйдет новый топ игрушек. Ну и будем с вами прощаться, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.